Добрий вечір, у ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Геннадій Задерко, голова Миколаївської обласної організації партії «Об'єднані ліві і селяни», громадський активіст, підприємець. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Геннадій, собственно, хотілося б обсудити несколько достатньо актуальних, важних для Ніколаєва, Ніколаївської області вопросів. Один из них. На 25 мая назначены досрочные выборы Николаевского городского головы. Ну, собственно, мы все николаевцы знаем, что у вас есть опыт участия, личного участия в подобных кампаниях. Определились ли с форматом возможного своего участия в этой кампании? Я не знаю, в качестве выдвижения на пост городского головы, кандидат на пост городского головы, участия в какой-то из команд кандидатов, ну, либо не участие. Что у вас? Ну, действительно, ту избирательную гонку 5 лет назад я закончил с третьим результатом. Безусловно, ну, порядка 10 тысяч человек проголосовало в городе Николаеве. Я считаю, что это очень большое было доверие со стороны николаевцев. Большое спасибо за эту поддержку. Так случилось, что победил другой человек. И на самом деле я, как народный депутат на тот период времени, сосредоточил все свои усилия для того, чтобы защищать николаевцев в качестве народного депутата. То, что касается сегодняшней ситуации. Безусловно, мы понимаем, что эти выборы должны были бы по закону состояться год назад. И более года город Николаев без городского головы, безусловно, это нарушение, ну, и украинского законодательства, и конституции. Безусловно, местное самоуправление должно было бы базироваться на легитимной власти. Легитимная власть — это жители города Николаева, которые пришли, проголосовали и поддержали ту или другую кандидатуру. Но произошло так, как произошло. На 25 число вместе с президентскими выборами объявлены выборы городского головы. Мы проводим эти выборы по очень несовершенному закону, но тем не менее тот закон, который есть, он безусловно базовый, его надо соблюдать. И этот закон предусматривает, что за месяц до 25 числа начинается процесс выдвижения кандидатов на пост городского головы. Это будет происходить. То, что касается непосредственно меня. Я сегодня для себя, как бы взвесив все за и против, принял следующее решение. Я считаю, что мы сегодня, жители города Николаева, должны попытаться объединиться и найти возможность направить все свои усилия для победы кандидата, который сегодня, ну, имеет самые большие шансы победить на этих выборах. И человек, который имеет, ну, хорошую репутацию, человек, который реально не был монтирован в предыдущие годы в городскую систему власти, где, к сожалению, есть, ну, серьезные недостатки в работе. Этот человек должен быть, безусловно, иметь какой-то жизненный опыт. Этот человек, желательно, наверное, все-таки постольку, поскольку мы город судостроителей, должен был бы иметь отношение к судостроению. И, скажем так, для меня сегодня такой человек вырисовался. Я считаю, что сегодня самый оптимальный вариант для города, я об этом говорю как политолог, да, самый оптимальный был бы вариант поддержки и сосредоточения прогрессивных сил города Николаева вокруг кандидатуры Сергея Михайловича Исакова. Я считаю, что это достойный человек, имеющий серьезную жизненную биографию, серьезную жизненную позицию. Человек для города Николаева не вчерашний, имеющий серьезный жизненный багаж и профессионал-управленец. То, что сегодня нужно городу Николаеву. Безусловно, со мной могут, ну, некоторые не согласиться, да? Безусловно, это их право. Но я считаю, что сегодня именно этот человек, который демонстрирует и открытость, и публичность, и делает все возможное для того, чтобы жизнь простых николаевцев была лучше, это очевидный факт. То, что касается, допустим, опять же, ситуации, которая сложилась там, сегодня мы знаем, что несколько кандидатов сегодня тоже заявили о том, что готовы идти на выборы городского головы. Я бы обратился бы и к ним, в том числе, ну, реально взвесить свои силы. И, может быть, как бы в городе достаточно много вопросов, проблем, которые, ну, участие каждого человека для решения этих проблем будет абсолютно не лишнее. Ну, например, нужно понимать секретарю совета сегодняшнего, да, Юрию Исаевичу Гранатурову,
Нужно понимать, что если тебя как бы выдвинула партия власти и тебя назначил губернатор, а мы все знаем, что Николай Петрович Круглов как оптимальную кандидатуру человека, которого можно там, ну извините, да, я свою точку зрения говорю, как дергать за ниточкой, этот человек будет дергаться так, как это захочет губернатор. И такой человек был найден, это был Сергей Юрий Исаевич Гранатуров, который устраивал губернатора для того, чтобы не было противостояния. Поэтому, безусловно, Юрию Исаевичу надо все-таки, ну, как бы реально взвесить свои способности, возможности как руководителя города. Одно дело руководить городским советом, одно дело постоянно что-то говорить, это совершенно другое дело, ну, как бы что-то делать. Ну, если Юрий Исаевич Гранатуров не смог даже по-человечески снять памятник Ленина, команду, которую он дал по съему этого памятника. И этот памятник просто рухнул, разбился. И, безусловно, это, ну, акт вандализма. И за это тоже придется нести и моральную ответственность, и электоральную ответственность. И нужно понимать, что в том числе со коррупционными скандалами, которые там имели место быть, и Шкоды, и отвод земельных участков, и вырубка зеленых насаждений возле завода «Заря», это все как бы, ну, неминуемо выплывет на поверхность и станет предметом, ну, серьезного обсуждения городской общественности. Я считаю, что для Юрия Исаевича Гранатурова был бы оптимальный вариант, ну, подключиться в эту команду и направить свои усилия и остаться секретарем совета. Потому что мы знаем, что городского голову будет избирать на 1 год и 4 месяца. В октябре месяце следующего года, ну, неминуемо произойдут новые выборы. Я хочу сказать, что Исакову будет достаточно сложно этот 1 год и 4 месяца. Мы знаем те реформы, о которых заявило сегодня правительство, и подорожание по электроэнергии, и по газу, и замораживание бюджетного финансирования. То есть, в принципе, Сергей Михайлович своего рода такой вот, знаете, ну, камикадзе, который сегодня готов и, по-видимому, возьмет ответственность за будущее города. Поэтому вот я бы предложил бы, допустим, пойти по этой схеме. Юрий Исаевич, секретарь совета, направляет свои усилия по тому, чтобы городской совет, а мы знаем, что фракция «Третья сила» в городском совете не очень представительна, то есть подставить плечо Юрию Исаевичу и помочь Сергею Михайловичу на этих выборах, мне кажется, очень, очень разумный и логичный подход. То, что касается, допустим, всех остальных кандидатов, ну, тоже на самом деле надо тщательно взвесить свои силы. Безусловно, каждый человек имеет право на свои поступки, и они эти поступки должны совершать. Я думаю, что в том числе очень серьезно надо подумать и Батьковщине, очень серьезно надо подумать и Свободе по поводу поддержки, опять же, кандидата на пост городского головы. Либо эти силы опять пойдут разрозненными колоннами, и от этого, безусловно, демократический кандидат, ну, проиграет. Мы сегодня понимаем, что вся наша страна, наш город находится на пороге серьезных изменений, и было бы очень важно сегодня избрать легитимного городского голову, который пользуется максимальной поддержкой жителей города Николаева и который понимает, что нужно делать с городом и как дальше двигаться. Вот я, а на месте Сергея Михайловича я бы, например, Исакова открыл бы сегодня публичную дискуссию, он очень серьезно присутствует в интернете, Сергей Михайлович в Фейсбуке, по поводу обсуждения своей программы, для того, чтобы задействовать как можно больше интеллекта, молодых сил, опять же, науковцев, да, для того, чтобы выработать программу на год и 4 месяца, и на 5 последующих лет. То есть мы понимаем, что для того, чтобы говорить о серьезных системных изменениях и модернизации города Николаева, безусловно, мэр должен идти не на год и 4 месяца, а как минимум на 6,5 лет. То есть и такой шанс у Сергея Михайловича, я считаю, есть. Хорошо. То есть я свои амбиции ради такого, я считаю, нормального подхода, нормального поступка готов, так сказать, отложить в сторону. И направить все свои усилия для того, чтобы все максимум политических партий, и Народный рух, и Партия регионов, и Демократический союз, Альянс, и Батьковщина, и Свобода направили свои силы для того, чтобы поддержать единого кандидата. Я во всяком случае об этом как бы уже достаточно жестко заявил там, на определенных встречах, что это было бы разумно.
потому что, ну, это нужно городу. Потому что сегодня мы видим ситуацию, да, вновь назначенная власть. Власть изменилась, и к этой власти сегодня отвлекает война. Сегодня как бы очень угроза внешняя, да, сегодня объединила и николаевцев, и украинцев. Но мы понимаем, что те ошибки, которые сегодня совершает нынешняя власть, они достаточно серьезные. И вместо того, чтобы стать максимально публичным, максимально открытым для того, чтобы задействовать как можно больше политических сил, политических лидеров, для того, опереться на них, и монтировать их в систему власти, сегодня мы видим, что перед президентскими выборами все затачивается таким образом, чтобы одна политическая сила стала доминирующей. То есть речь, я прошу прощения, вы имеете в виду местную власть или имеете в виду общеукраинскую? Я имею в виду, она, местная власть однозначно, да, сегодня у нас губернатор или там глава облгосадминистрации, это человек, представляющий политическую партию «Батьковщина». Президент – «Батьковщина», премьер-министр вчера еще «Батьковщина», мы знаем, что вчера он там сложил полномочия, написал заявление при остановке своего, ну, партийной своей принадлежности. Но тем не менее, мы сегодня видим, что структура власти затачивается, и эта вертикаль таким образом, что партия власти сегодня стала фактически одна политическая сила – «Батьковщина», которая должна нести ответственность за состояние дел. И я бы попросил бы все-таки, и было бы правильно уберечь нынешнюю власть от тех ошибок, которые совершала предыдущая власть. То есть, ну, вопрос коррупции понятен. Нельзя все монополизировать, и невозможно, и неправильно все заточить только под себя. Ну, во-первых, это как бы, ну, профессиональные ресурсы, он не очень на самом деле, в том числе и в Николаеве, соответствует нынешнему времени. То есть я понимаю, что каждому там представителю партии «Батьковщина» хочется занять определенную посаду и быть монтированным в государственные органы власти. А давайте мы зададим вопрос. Ну, я не беру там морально-этические качества, а насколько эти профессиональные качества соответствуют сегодняшнему времени. Вот вопрос. Ведь экспериментировать времени нет. Тем более было заявлено, что в Украине должно быть технократичное правительство, то есть точно такое же должно быть технократичная облгосадминистрация. Я сегодня в облгосадминистрации вижу только одного технократа, заместителя Лусту. Он профессионал, а все остальные, извините меня, это любители, которые сегодня получили достаточно высокие государственные должности на уровне Николаева, и они не знают, что с этим делать. И мы видим вот эту вот панику, вот это вот мытарство, то в одну сторону, то в другую сторону. Ну, на самом деле, сегодня уже, я как публичный человек это заявляю, можно было бы очень серьезных высокопосадовцев Николаевской области обвинить, например, в коррупции. Я хочу просто напомнить и сказать, что государственный чиновник имеет право делать только то, что ему предусматривает закон. Например, писать письма о том, что какой-то руководитель там, предприятия «Заря», государственного предприятия, там, предприятия там, «Николаевский морской торговый порт» не соответствует этой должности, а вместо него просим назначить другого человека, на самом деле это есть коррупция. Точно так же, как бигборды с коммерческим сайтом экране. Это тоже коррупция. То есть, если бы это была газета «Рідне Прибужжя» и интервью в газете «Рідне Прибужжя». То есть, поэтому вот эти вот вещи нужно понимать. И это надо четко как бы, ну, как бы, на самом деле, для опытного человека, который там был, ну, имеет опыт государственного служащего, это вообще не вопрос, это как бы деавтоматично. Да? А сегодня нынешняя власть, поскольку она любительская, скорее, и она, по-видимому, поставила перед собой задачу все-таки влиять больше на экономику, ну, с какой целью мы это дальше увидим. Я прошу прощения, да. Власть-то может и любительская, многие говорят, что она еще и временная. После 25 мая, да, вообще конечно, все может измениться, конечно, в том числе, да, и в вертикали, да, и вот здесь вот, и да, и конечно. Может. И я хочу сказать, что потом придет время отчитываться перед прокурором, перед милиционером и службой безопасности Украины. Это очевидный факт. Это нужно тоже понимать. Хорошо. Ополчение. Собственно, в момент такого неожиданного и резкого обострения отношений с нашим стратегическим соседом, как было принято говорить долгие многие годы,
и фактически оккупацией, аннексией Крыма. Ну и здесь, в принципе, вообще на территории всей Украины, здесь в Николаевской области, в Николаеве в том числе, сложилась такая тревожная тогда ситуация. Мы все это хорошо помним, забыть не успели. Вы были одним из тех, кто выступили с инициативой создания ополчения. Что сегодня по прошествии достаточно продолжительного времени? Смотрите, я, честно говоря, очень благодарен людям. Мы буквально за неделю сформировали, записалось в ополчение, то есть люди сами пришли, сами написали заявление, заполнили анкету, 1500 человек. То есть это люди, которые, ну, были готовы идти копать окопы, идти с оружием в руках защищать свою родину, защищать облгосадминистрацию, ну, против того, чтобы вот мы не допустили таких силовых захватов государственных органов власти. И когда мы продемонстрировали, что ополчение сегодня в Николаеве достаточно мощная сила, то есть я думаю, что это в том числе и остановило и те силы, которые там планировали такие же события, как по сценарию в Донецке, в Одессе или в Луганске. То есть я как бы очень благодарен этим людям, это очень ответственные люди. Там были преподаватели НКИ, и наши коллеги, журналисты, и просто работяги, и директора фирм. И я хочу сказать, что мы, вот, когда вот был такой пиковый момент, мы вот шли защищать облгосадминистрацию. Это же произошло после того, когда, ну, погибло несколько человек и в Харькове, и в Донецке. То есть я просто видел, да, люди там одевали. Мы ведь ни на кого не нападали. Мы готовились защищать государственные органы власти, облгосадминистрацию, горсовет. Когда люди одевали эти щитки, когда люди одевали какие-то, кто, у кого были бронежилеты, одевали бронежилеты, потому что, ну, жить-то хотелось всем и хочется всем. Но люди шли. Люди шли для того, чтобы не допустить захвата. Я, честно говоря, очень благодарен этим мужчинам. Это, ну, это высокие слова, очень, очень сильным, ответственным и хорошим людям. Большое им спасибо. То, что касается, вот я считаю, что я на тот момент сыграл там какую-то роль по поводу организации этой структуры ополчения. Через неделю я передал, так сказать, бразды правления в ополчении профессиональным военным, подполковникам, полковникам, они уже в отставке, но тем не менее, да, это очень профессиональные люди, а сам сосредоточился на том, чтобы оказать сегодня помощь нашим профессиональным военным, которые, ну, например, Николаевская аэромобильная бригада. То есть мы знаем, что ребят бросили на перекоп, они блокировали этот перешеек 7 километров, базовая была бригада, это наша аэромобильная бригада, и мы увидели, генераторов нет. В степи ветер, ну, освещения нет, да. Мы людям купили генераторы, мы увидели, что между мобильными постами, между базами нет радиосвязи. Радиосвязь старая и убитая. То есть мы купили достаточно большое количество, благодаря там, моим друзьям, благодаря людям, которые работают в морехозяйственном комплексе нашего города, ну, беспрецедентное количество радиостанций. Такого, наверное, не было никогда в истории аэромобильной бригады. И я просто уверен, что если, не дай бог, начнутся военные действия какие-то, то это поможет сохранить и жизни людей, наших земляков-николаевцев, и в том числе быть эффективными в условиях боевых действий. То есть вот такая вот ситуация. Вот эта история, которая там развивалась в какой-то момент с тем, что некие злопыхатели расписывали забор вашего дома некими свастиками. Там. Да, и потом писали письма. Собственно, да, огласку это получило, чем закончилось? Смотрите, ну, я через Facebook обратился к многим жителям города Николаева, к своим друзьям, чтобы на балконах, домах, на машинах установить желто-блакитный флаг. Это наш флаг, это наша национальная символика. Ну, как бы вообще ничего такого странного, да, если ты патриот своей страны. То же самое я сделал в доме. Я на высокую мачту там установил этот флаг, провисел он одну неделю, а потом на моем заборе нарисовали громадную там фашистскую свастику. Ну, было неприятно. Ну, взял известь, закрасил. А потом через какое-то время написал при этом заявление в милицию, чтобы искали. Прошло время, получаем письмо, да, то есть, опять же, последнее китайское предупреждение, ну и, безусловно, это терроризм, это террор.
Здесь я уже принимаю решение написать заявление в службу безопасности Украины в Николаевской области. Ну, учитывая, что меня вообще как бы поражает эта структура, что нормальному человеку туда, ну, простому человеку туда попасть просто невозможно. То есть есть какой-то дежурный, который там даже не может элементарное заявление зарегистрировать, как оказывается. То есть очень-очень как бы при этом структура финансируется из денег, ну, как бы, которые налогоплательщиков, да. То есть это один момент. Ну и второй момент, я получил письмо, что как бы это не вахта СБУ. То есть я думал, что до последнего момента, что вопросы терроризма, вопросы там разжигания национальной розни, это вопрос далеко не рядового милиционера. То есть в контексте сепаратистских движений, которые сегодня происходят в стране, и той активной позиции, которую я занял как в прошлом народный депутат, как лидер политической партии, как сегодня, ну, общественный деятель, да, или там общественный активист, ну, для меня это было как бы удивительно. То есть люди даже не напряглись, ну, как бы встретиться со мной и поговорить. Ну, это при том, что я еще и журналист, да, и как бы есть соответствующие инструкции в том числе. Ну, то есть как бы, ну, по сотрудничеству и защите там журналистов в том числе. То есть я уже не говорю о народном депутате. То есть, и как бы я такой ответ как бы футбольный получил. И для меня совершенно сегодня очевидно, что на самом деле вот мы говорим о том, что какие изменения происходят. Но я, например, понимаю, что сегодняшняя трансформация, хотя там новое руководство в СБУ, но на самом деле, наверное, люди, опять же, чего-то не понимают. Я еще раз говорю, ну, все же, ну, как бы по-другому в этой жизни происходит. Можно надувать щеки, можно иметь генеральские эполеты, но нужно понимать, что сегодня защита и правоохранительных органов, и службы безопасности Украины, простых пересечных громадян своей страны, а не дележ там потоков, связанных там с зерном, с металлоломом, с глиноземом, песком, водой и таможней. То есть там, где сегодня как бы рыло в пуху, извините меня, всех наших правоохранителей, начиная от прокурора, заканчивая службой безопасности Украины. Ситуация должна измениться, потому что завтра придут люди и потребуют отставки, в том числе генерала СБУ, и в том числе главного милиционера, так как это происходит в других областях. Мы завтра, если увидим, что ни служба безопасности, ни прокурор, ни милиционер, ни облгосадминистрация не в состоянии решать те задачи, которые сегодня они должны решать по своему функционалу, по своим обязанностям, завтра мы соберем ополчение, 1500 человек придет под областную прокуратуру, либо под СБУ, либо под облгосадминистрацию с одним требованием – добровольной отставки. И я считаю, что это правильно, потому что, ну, нужно понимать, что в этой стране что-то меняется. Ну, опять же, там, о каком профессионализме мы можем говорить, если, извините меня, сепаратиста, которого, единственного, да, которого там подозревали, этого Тестала или как там, Тостала или как там, да, то есть его пригласили, и он сбежал в Севастополь. Ну, то есть, ну, просто уникальная ситуация. Ну, а кого они тогда могут задержать? Ну, это, извините меня, ну, это не профессиональный какой-то контрразведчик. Это вообще, ну, как бы уровень, ну, как бы деревенского мальчугана, который вышел на Майдан с требованием а-ля Россия. То есть, ну, нашел как бы сегодня СБУ в Николаеве вообще как бы способно. Вот я хотел бы просто это понять. То есть понимаю, что ни к чему они не способны. Хорошо, есть еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, тема Коблева. Вы один из тех предпринимателей, кто, ну, так настойчиво выступает и отстаивает понятные прозрачные условия работы в этом курорте. Проблемы известны, они многие годы на слуху. В этом году в связи с событиями в Крыму нам говорят о том, что, возможно, количество отдыхающих, там, желающих отдохнуть в Николаевской области может вырасти. Что нас ждет этим летом? Готово ли Коблево вообще принимать людей и, возможно, больший поток людей? Вы знаете, я вот каждый раз, когда вот, вы знаете, что и телекомпания НИСТВ в том числе была учредителем фестиваля Коблево. Мы проводили и открытые туры чемпионата страны по пляжному волейболу, и десятки тысяч людей собирались на наши мероприятия. Мы все это делали для того, чтобы было какое-то продвижение нашего курорта вот на этом рынке. Сегодня Коблево, ну, это уникальное на самом деле место, место по своему количеству беспредела, где, ну, торгуется, допустим, курс доллара на 2-3 гривни там ниже официального. И что, Национальный банк этого не знает, или шестое управление, или
прокурор или СБУ, опять же, да. А это все, а все пункты обмена принадлежат одному человеку. Либо мы не понимаем, что та гамула, подкрашенная, вино на разлив, это как бы бизнес людей, которые близко связан к погонам. Ну, неужели здесь нельзя навести порядок? Мы видим эти ужасные разбитые дороги. Мы видим сервис, который там, опять же, там пытаются хорошие предприниматели нормально организовать. Это история с этим пляжем, которая там совершенно неожиданно оказалась в аренде у какого-то предприятия, близкое, опять же, к руководителям области, в прошлом области, да. То есть уникальная ситуация. То есть, хотя вместо того, чтобы ну, иметь четкую, нормальную, прозрачную программу развития этого курорта, потому что он имеет реальный потенциал. Он находится, да, рядом с Одессой. Одесса – это мощный транспортный узел. Есть аэропорт, есть транспортные развязки. Можно сегодня создать нормальную инфраструктуру отдыха. К сожалению, местные власти просто недопонимают, что нужно делать и как надо двигаться. Мы вот там, вот, благодаря там, Лене Герасимчук, благодаря там, активным руководителям базы, пытаемся сегодня, опять же, самоорганизоваться для того, чтобы сделать нормальный, качественный туристический продукт, который будет продвигать Николаев и николаевский бизнес на этом рынке. Сегодня есть такие возможности. К сожалению, чиновники, опять же, этого не понимают. Потому что для них, к сожалению, да, уже так сложилось, прийти там перед сезоном или в конце сезона, там, чтобы отлистали, там, получить свою взятку и отвалить. Вот, ну, другой подход должен быть. По-другому это все нужно делать. То есть мне несколько лет удалось затащить в Коблево там, мощный фестиваль УТ-1. Да, с мощным, ну, большим количеством съемок, с очень красивой картинкой. На самом деле сметная стоимость этого фестиваля порядка 2,5 миллионов гривен. То есть мне удалось это сделать. Целую зиму на УТ-1 идет трансляция этого фестиваля, и безусловно это промо фестиваля. Это очень хорошо, но все остальное, к сожалению, очень плохо. Начиная от дороги, освещения, коммуникаций, вывоза мусора, порядка на пляже. Ну, то есть, то, что должна делать власть. Власть меняется. Возможно, есть перспектива, что новая, обновленная власть услышит предпринимателей в Коплево? Ну, хотелось бы, чтобы они услышали. Я вообще как бы считаю, что у города Николаева, у Николаевской области достаточно серьезно есть ну, мощный такой культурологический и туристический потенциал. Да, у нас есть Ольвия, у нас есть Мигея, у нас есть Кимбургская коса. У нас ну, есть такие вот интересные памятники. То есть, опять же, в Николаевске это катакомбы, которые нужно было бы развивать. Вот Львов сегодня очень ну, идет, развивается семимильными шагами. Благодаря чему? Потому что мэр города уделяет очень много внимания именно туристическому продукту. А что у нас в Николаеве происходит? Да? Эти ужасные маршрутки, которые одна поперед другой, это отсутствие полностью понимания и концепции развития старой части города, реставрации ее и недопущения уничтожения ну, архитектурного облика города Николаева. У нас есть единственная морская крепость, батарея, которую можно было бы восстановить. У нас есть уникальные раскопки в Диком саду, которые почему-то городу не нужны. А опять же, у меня есть, ну как бы я считаю, большая идея, вот закончится война, закончатся выборы городского головы, я просто как бы этим займусь культурологическим проектом, я обязательно восстановлю и построю точную копию святого Николаева, Николая фрегата, боевого фрегата со славной историей. Он служил под руководством, да, там, адмирала Ушакова, принимал реальные боевые действия в Средиземном и Черном море. То есть мы обязательно это сделаем. И я считаю, что вот такой вот проект вот как раз вот объединит всех николаевцев. Во-первых, это судостроение, во-вторых, это наша история. Ну, это такой своеобразный будет Ноев ковчег, который спасет город Николаев. Я просто в этом уверен. То есть мы обязательно построим этот военный фрегат Святой Николай. Он будет в центре города, он будет украшением. Туристы будут туда приходить, идти в музей. И я считаю, что это очень правильная, хорошая фишка, которая лучше сделать какое-то маленькое конкретное дело, которое ну, будет иметь серьезную перспективу. Как мы это сделали, например, в Коблево. Да? Коблево, на самом деле, самый большой концертный зал. Вот в то время, когда
Многие предприниматели, да, строили там предприятия, там дома, рестораны, кафе. Мы строили концертный зал. Для чего? Ну, для того, чтобы развивать культуру, для того, чтобы развивать искусство. И это очень важно. Я считаю, это то, чего сегодня нужно обязательно делать. И это, по-видимому, то, на чем я сосредоточу все свои усилия там, в последнее время. Геннадій Задарко, голова Миколаївської обласної організації партії «Об'єднані ліві селяни», громадський активіст, підприємець, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До побачення.